чувак, как твои дела? Привет, чуйка, как твои дела? Пиши в комментариях, и мой секретарь, возможно, публикует твои комментарии. Если не будет в тему. Желаю успехов тебе, Макс Вехов. Жизнь – это кайф. Живи в кайф. Наслаждайся жизнью. На этом плейлисте я даю советы. Вот, советы. Ну, то есть, плейлист называется «Хочешь дам совет?» То есть, не хочешь – не надо, тебе же никто не заставляет. Вот, сейчас многие привыкли давать советы какие-то там с потолка. Ну, я даю реальные советы, которые действительно работают. Вот, я их сначала логически обдумываю, что их, можно их осуществить или нельзя. Так что они, и они работают. И из своей практики много я даю советов. Вот. Очень много интересных, полезных советов. Подписывайся на мой канал, и ты будешь в курсе моих новых, так сказать, лайфхаков и идей. Вот. По поводу разных ситуаций в жизни, в обществе, в внутреннем мире, так сказать. Вот. Ну, читая, вот читаешь книжки, вот «Галактика», «Вселенная», и понимаешь, например, ты знаешь о том, что свет от нашего Солнца идет сюда 8 минут. И получается, ты сейчас смотришь на Солнце, получается, ты видишь то, что было 8 минут на Солнце. Вот так вот. А до галактики Андромеда, той туманности Андромеда, 20 миллионов лет. Представляешь, это сейчас свет, вот если смотреть туда, то ты увидишь то, что было 20 миллионов лет назад, там, на Андромеде. Вот так вот. Видишь, как много чего полезного и интересного в жизни Вселенной. Вот. На этом плейлисте видео размещаются в любой день, кроме воскресенья, среды и субботы. Вот. Так вот, да. Но не факт, что они размещаются каждую. Короче, они размещаются тогда, когда у меня посетят какие-то события в жизни. Все, пока-пока, подписывайся на мой канал. Макс Вехов, желаю тебе успехов. Пока-пока.